Во власть должны прийти люди, которые будут работать не на себя и свой бизнес, а решать проблемы конкретных территорий. Глава администрации Самары Олег Фурсов встретился с медицинским сообществом, чтобы рассказать о грядущей реформе местного самоуправления. Напомню, 13 сентября самарцы будут выбирать депутатов в районные советы. В них войдут авторитетные люди из различных городских сообществ, представители образования, медицины, культуры, промышленности. Делается это для того, чтобы средства, которые будут направлены в каждый район города, расходовались на реальные нужды каждой территории, а жители могли контролировать этот процесс. Районная администрация сможет решать любые вопросы, любые проблемы, с которыми сталкивается человек. Грязный подъезд, отсутствие лавочки, необорудованная детская площадка. Мы даем такие полномочия. И наделяем, самое главное, каждый район собственным бюджетом. В каждом районе и в каждом дворе есть свои нерешенные проблемы. Власть, которая станет ближе к народу, сможет решать вопросы адресно. К примеру, районные власти смогут самостоятельно создавать условия для медицинского обслуживания жителей, развивать лечебно-оздоровительные территории и курорты, привлекать нарушителей к административной ответственности. Другую часть полномочий районы разделят с городской администрацией. На одной из встреч с губернатором области жители посетовали на то, что число санаториев сократилось и в них трудно попасть. Проблему взял на карандаш глава администрации Самары Олег Фурсов. У вас практически не осталось места, где вот люди, работающие на предприятии, в вашем заведении могли бы отдыхать. Количество таких санаториев и турбаз резко сузилось. Мною поставлена задача восстановить турбазы, которые еще не распроданы, и мы со следующего года начнем уже продавать путевки для людей, которые создают экономику нашего города. Всего 284 народных избранника будут трудиться на бесплатной основе на благо горожан. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.